Такую невероятно вкусную рыбку вы будете готовить каждый день. У мойвы вычищаем все внутренности. Далее добавляем соль, перец по вкусу и все хорошо перемешиваем. В целлофановый пакет отправляем 4 столовые ложки муки, 2 столовые ложки панировочных сухарей и 1 чайную ложку паприки. И отправляем рыбу. Далее обжариваем мойву на сковородке с растительным маслом с двух сторон до золотистого цвета. Всем приятного аппетита!